Так, сегодня четверг, один из моих оффов. Я со своим другом Джилзбеком нахожусь в прекрасном парке. Мы нашли ее, гуляя по городу. Так, сейчас я вам покажу. Здесь все зелено и красиво. Очень много интересных мест. Как-то необычно, с одной стороны, вместо нормальных деревьев видеть пальмы. Ну, конечно же, это все-таки Дубай. Итак, что бы вам рассказать? Во-первых, Дубай мне, в принципе, нравится. Работа тоже неплохая. Единственное, что мне необходимо на данный момент, это ставить более высокие цели и добиваться их. Чимба? Паркенбе? Анда, ухол самботкенда. Хорошо. Сейчас я вас познакомлю со своим другом Джилзбеком. Вот он, вот он. Чик-чик-чик-чик. Вообще прикольный такой. Безбашенный. Мы его называем мотиватором. Живой мотиватор. И вот так вот. Сегодня, как я уже сказал, не выходной, рабочий день, по сути, но у нас выходной. А у арабов пятница, суббота является выходным. Что с моими волосами? Ну вот, до скорого.